Команда не выиграет уже у нас, если не ошибаюсь, седьмую игру подряд. Есть ничьи, есть поражения, но дома с Рухом, ну, должны были брать очки и взяли одно очко. Как прокомментируете сегодняшний матч? Ну, я думаю, что Рух не самая последняя команда. Скорее всего, команда хорошая, у которой есть хорошие условия для работы, для тренировок и для всего остального. Стартанули плохо, там, может, по разным причинам. Я думаю, что, может, причина в сборах, как у нас. Не подготовка к чемпионату, не набрали физических кондиций, поэтому мы мучаемся сейчас, ползаем по футбольному полю. Вот. Ну, по игре получается, что мы как бы по ходу чемпионата после сборов начали собирать футболистов. И уже последний приехал к нам позавчера, это Заречнюк, это уже подбор футболистов закончится. И поэтому как бы теперь с этими футболистами, которые есть у нас в обойме, которые готовы были к нам приехать после того, как они пробовали себя в других клубах, где-то что-то не получилось, они приехали все к нам. И теперь нам из тех футболистов, которые где-то в других клубах по какой-то причине не играли, или были на замене, или, может, были не реализованы и не могли себя показать. И теперь нам надо из этих футболистов, я не могу сказать, что они плохие, ненормальные, и уже на тренировках у них все получается, но вот как это перенести на игру и как сделать из этих футболистов, которые приехали с разных команд, сделать одну команду, пока сложно очень. И поэтому мы видим это на футбольном поле, когда футболисты ошибаются в простых ситуациях. Казалось бы, все очень просто сделать, отдать пас, сделать передачу, пробить створ ворот. Но мы не забиваем с 2 метров, как сегодня Чучман продемонстрировал, Александров. Мы не замыкаем даже те передачи с фланга, которые были немногочисленные. Ну, поэтому как бы вот это как больше как комментарии игры, чем саму игру комментировать, потому что игра была так чуть-чуть как бы жесткой, много карточек, много фолов, борьба такая, ну, не совсем футбольная, не совсем чистая. Хотелось бы, конечно, и в принципе эти футболисты, которые находились сегодня на поле, наши из Руха, должны были показать более качественную игру и видели моменты, что от команды Руха, что от нашей были моменты, но забить мы их не смогли. Вот. Ну, надо терпение, тяжело, неприятно, хотелось бы выиграть. Ну, опять же, Рух неплохая команда, тоже дело времени, я думаю, что они поднимутся и поднимутся вместе с нами, только для этого надо время. Ну, а с футболистами это психология, это тяжело в том плане, что надо вселять в них уверенность. Сейчас кричать в раздевалке, наказывать, это все бессмысленно, потому что они и так боятся играть в футбол. Боятся принять решение, боятся его реализовать на футбольном поле, взять на себя игру. Поэтому тут надо очень тонко подойти. И, ну, надо время, так быстро, тяжело что-то сделать. По ходу игры поменяли Берко, Назарин, у них травмы или это решение тренерского штаба? Берко травма, он попросил сам замену. Назаренко не вошел в игру, было видно, что он ошибался, поэтому сделали эти замены, ну, усилили фланги как бы свежими футболистами, Попов, Рогозинский, потому что Александрова, Герасимца сегодня игра не пошла, хотя, в принципе, Александров мог забить, и Заречнюк
принципе, неплохо, но видно, что он тоже не готов. Где-то сидел, ждал, хотел куда-то уехать, но не получилось, поэтому попал к нам. Вот. Вот так как-то. Какая будет подготовка к следующей игре к Горняку? Что-то особенное будет, какие-то дополнительные разговоры с футболистами? Ну, тут только в психологическом плане надо... Самое главное, самая большая беда, что наши футболисты боятся брать на себя ответственность, брать на себя инициативу, брать на себя, обыграть на поле, ударить створ ворот. А такое впечатление со стороны, что первая задача – это отдать пас партнеру, пускай он ошибется, главное, чтобы не я. Вот это все и получается наша игра. А те, кто могут, их всего лишь 2-3 человека, и то многие выпали. Ковалев, вообще я его не узнаю, это моторчик, который был в команде, его сейчас нету. Может где-то, опять же, из-за того, что мы не заклали на сборах фундамент, физподготовку, из-за этого, мне кажется, нет тяги, вот нет той мощи, которая была, и агрессивности. Вот из-за этого, я думаю, мы и мучаемся. Ну и хотелось бы еще пару слов. Это не мои слова, это слова директора Руха. Он сказал, я впервые вижу, что болельщики болеют против своей команды. Это не все, но хотелось бы, чтобы все поддерживали. Мало того, что у нас на стадионе в данный момент последние игры нет ультрас, которые обычно гнали команду вперед. Так еще немногочисленные те, кто приходят, половина из них или пьяные, или такое несут, что просто внизу невозможно слушать. Я же сегодня подошел ко мне представитель команды, я впервые такое вижу, чтобы свои болельщики так относились к своей команде, у которой нет таких задач, там, как выход в премьер-лигу, или нет сверхусловий для того, чтобы команда могла нормально работать, и мы не берем лучших футболистов, не приглашаем к себе, мы берем тех, кто где-то не устроился, и мы их берем к себе, восстанавливаем, они через год от нас уходят. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки нас больше было поддержки, потому что такое впечатление, что это надо мне, Кантору, тренерам и футболистам, наверное, и вам бы хотелось, чтобы команда выиграла. А всем остальным так со стороны наблюдают, просто когда же мы утонем там и доплывем мы до берега или нет. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки больше было поддержки. Спасибо.